Дорогие друзья, поздравляю вас, всех ветеранов, работников сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, с профессиональным праздником. И прежде всего, хочу пожелать здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким. Поблагодарить за ваш нелегкий труд, столь нужный для страны, для всех нас. Сельское хозяйство – одна из базовых, ключевых отраслей экономики, работа которой напрямую влияет на качество жизни граждан. И важно, что сегодня отечественный аграрный сектор уверенно развивается. Более того, наращивает свое влияние на мировых рынках. А это говорит о его эффективности и растущей конкурентоспособности. О том, что наша российская продукция пользуется заслуженным признанием и доверием со стороны потребителей. Как у нас в стране, так и за рубежом. Сейчас мы поставляем аграрную продукцию более чем 150 странам. По итогам прошлого года Россия занимает первое место в мире по поставкам пшеницы. А по ряду других позиций, например, ячмень, подсолнечное, рапсовое масло, входят в тройку мировых лидеров. Все это, безусловно, результат вашего труда, вашего профессионализма. Мы обязательно должны и будем двигаться дальше, наращивать наш потенциал. И, конечно, наша задача – добиться того, чтобы жизнь на селе с точки зрения жилья, инфраструктуры, общего комфорта отвечала современным стандартам. Чтобы каждый из вас мог по праву гордиться не только своей работой, но и родным селом или поселком. И в заключение хочу еще раз искренне поздравить вас с профессиональным праздником. Сказать спасибо за то, что вы делаете для России. Успехов вам и всего самого доброго. Эти люди трудятся с рассвета и до заката. Это от них зависит, что будет на нашем столе завтра. Речь идет о тружениках села. Именно они выращивают хлеб, овощи, производят мясо и молоко, занимаются переработкой продукции. Они не считают рабочее время. Им свойственно глубокое чувство ответственности и особой гордости. Они кормят миллионы россиян. А это значит, что в их руках продовольственная безопасность страны. В Чувашии в аграрной отрасли заняты 20,5 тысяч человек. И они производят 15% валового регионального продукта. Ключевая задача, которую ставит правительство перед сельхозтоваропроизводителями всей страны – расширить аграрный бизнес. Импортозамещение по всем позициям – основной посыл последних лет. Высококачественные мясо, колбасы, сыры, молочные продукты, натуральные соки – мы умеем делать все. Село в Чувашии устойчиво развивается. За последние 5 лет в развитие сельских территорий республики вложено 10 миллиардов рублей. Построены 250 ФАПов, 30 школ и детсадов, 18 сельских клубов, 275 объектов комплексного обустройства населенных пунктов, 600 километров автодорог, 6 тысяч сельских семей улучшили жилищные условия. Теперь комфорт как в городе. Поэтому все чаще и чаще молодежь остается работать в родных местах. Создают семьи, воспитывают детей. Выстроенная система непрерывного обучения от агроклассов в сельских школах до высшего профессионального образования дает уверенность в будущем. Инвестиционные проекты. Вот что является сегодня локомотивом на селе. Частно-государственное партнерство позволяет увеличивать число как небольших фермерских хозяйств, так и крупных агропредприятий. Предприимчивые сельчане осваивают залежные земли, строят новые фермы, хранилища и перерабатывающие комплексы. Сегодня в Чувашии 599 сельхозпредприятий, 1259 фермерских хозяйств, более 220 тысяч личных подсобных хозяйств, 287 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. И государственная поддержка в виде субсидий из регионального и федерального бюджета – большое подспорье для них. Валовый сбор зерна – ключевой показатель работы сельчан. В этом году в республике собрали более 700 тысяч тонн зерновых культур. Особое внимание – качеству зерна. Чем оно выше, тем выгоднее его можно продать. К 2024 году на полях республики планируют собрать более 800 тысяч тонн. Во многом за счет ввода в оборот
оборот неиспользуемых земель. Уже сейчас по распаханности земель мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе и шестое в России. Удвоение экспорта продукции – еще одна важнейшая задача, к решению которой в рамках нацпроекта подключилась наша республика. Так, в 2018 году аграрии Чувашии экспортировали продукцию на 23,7 миллиона долларов. К 2024 году предстоит увеличить долю экспорта в два раза. Сегодня в 31 страну мира под знаком «Сделано в Чувашии» отправляются конфеты, соусы, пивоваренные изделия, крахмал. Особым спросом пользуются неспецифические культуры – рапс, рыжий, клен, горчица. Например, семена рапса уходят в Германию, Латвию, Италию. Там их перерабатывают на биотопливо для самолетов. Перспективным для инвестиций и дальнейшего экспорта должен стать картофель. Его вкус известен по всей России. Рекордный в этом году урожай второго хлеба в среднем 266 центнеров с гектара сулит большие перспективы. Поэтому предприниматели вкладывают средства в строительство хранилищ. А технологии возделывания этой культуры обсуждают на традиционной всероссийской выставке, уже много лет проходящей в Чувашии. Кстати, урожайность картофеля в этом году в сравнении с прошлым годом выше на 45%, зерновых на 16%, а овощей в полтора раза. Сохраняет республика и статус одного из основных хмелепроизводящих регионов страны. Главными потребителями зеленого золота являются отрасли фармации и пивоварения. Селекционный процесс хмеля, который применяется в республике, не имеет аналогов России. В нашей коллекции сегодня насчитывается 250 сортов. Бренд «Зеленый» стал основополагающим для многих производителей. Есть экологически чистые, натуральные продукты хотят все. Небольшие фермерские хозяйства, крупные животноводческие комплексы внедряют новые технологии, используют проверенные корма. В этом году в Чувашии произвели 415 тысяч тонн молока. Весь ассортимент молочных продуктов представлен в небольших магазинах и федеральных торговых сетях. Покупают наше качественное сырье и молокоперерабатывающие заводы страны. Для сохранения ценных пород в поселке Новое Атлашево Чебоксарского района создали специальный эмбриональный центр крупного рогатого скота. Таких в России всего 10. Лабораторию построили на месте старой фермы за несколько месяцев. Если одна корова способна принести 1-2 телят, то новые технологии позволяют увеличить этот показатель в разы. А системная реконструкция старых ферм и строительство новых позволит к 2024 году увеличить производство продукции животноводства до 134 тысяч тонн. Уже сейчас охлажденные и замороженные полуфабрикаты можно встретить как в Чувашии, так и далеко за ее пределами. В республике стал возрождаться и рыбный промысел. Карпы, толстолобики, белые амуры – спрос на эту рыбу повсеместный. Сегодня в республике перерабатываются все виды продукции. 287 предприятий производят 5% валового регионального продукта. Ежегодная всероссийская выставка «Золотая осень» наглядно представляет все достижения отечественного агропрома. Чувашские товаропроизводители – непременные ее участники. 39 золотых, 21 серебряная, 4 бронзовых медали. На главном смотре чувашские аграрии традиционно подтвердили звание одного из общероссийских лидеров в сфере сельского хозяйства. Плюс к этим победам – награда всероссийской ярмарки «Хлеб, ты мир». В номинации «Лучший пекарь» награда присуждена Людмиле Кирилловой, пекарю Марпасадского хлебозавода Октябрьского райпо. Сегодня сельское хозяйство Чувашии демонстрирует уверенный рост. И каждый показатель складывается из ответственной работы сельчан, опыта ученых-агрономов, продуманных инвестиций товаропроизводителей и ощутимой государственной поддержки. Агропром Чувашии уверенно занимает позиции успешного бизнеса, в основе которого верность избранному делу, неустанная забота о людях и искренняя любовь к родной земле.